Леска, пошли Нубику скорее расскажем. Давай скорее. Так, пошли, пошли. Так, стоп, что-то я, честно, не совсем понял. Мы не туда идем, что ли? А где дом-то у него? Он перестановку, что ли, сделал? Только как? Как это возможно? Я тоже не понимаю. Он разобрал дом свой? Нубик! Слышишь, плачет. Я слышу, да, Леска, а ты где? Я здесь. А, ты здесь уже? Что-то я тебя не заметил. Это что Нубик, такое? Господи! Нубик, Нубик! Это что такое? Ты чё? Почему чё ты собачку там залез? Бандиты обманули меня и мой дом унесли. Да как это чё? Унесли дом? В смысле? Теперь я тут живу. Серьезно? А смотри, что тут. Обманули дурака на 4 кулака. Это они что ли написали Нубик, так? Нубик, а ты-то что такое сделал? Как это возможно? Да я просто отошел, возвращаюсь, и тут вот что. Ты чё, им все деньги отдал? А зачем им понадобился твой земляной дом? Без понятия. Слушай, походу укрепление делать или жить там будет. Это жизнь какая-то, слушайте, мы тебе хотели такую новость рассказать, но ну, ладно, это мы потом уже расскажем, потому что сейчас нужно решать, что с твоим домом делать. Друзья, прием-прием, на связи Шедимен, Леди Леска. Всем привет! Нубик-кубик. Привет, друзья! И сегодня у нас началась история не совсем с того... Как мы планировали, сегодня, оказывается, у Нубика стащили дом, и Нубик сейчас полностью остался бездомным, и такого ни в коем случае допускать нельзя, так что сегодня мы ему обязательно поможем, а ты пока что влепи лайк поддержки под этим роликом, вот, и ты помнишь хотя бы, где находится дом бандитов, покажешь? Да. Пойдем, пойдем, сейчас, слушай, сейчас вот мы с ним договоримся. Смотрите, смотри, что, пришли к маленькому Нубику одни. Ой, слушай, действительно, я там какие-то лазеры даже вижу, представляешь? Да, они бурун там сделали, чтобы никто не появлялся. О, Нубик! Слушай, они подготовились, да? Знаешь, почему они украли его дом, мне кажется? Почему? Потому что это дом не просто Нубика, а Нубика-кубика самого, типа, и они хотят такими крутыми казаться, наверное. Да, вообще-то это легенда живет там. Смотри, Нубик, они даже хрюню твою стащили, что ли? Смотри, на балконе там, на заборчике возле главного бандита посередине. Серьезно? Подожди-ка. Где? Вон, на заборчике посередине. Хрюнечка, я хочу хрюни забрать. И скелетов навешали по всему дому. Смотри, что знает самый дорогой, да, забирает? Ну-ка. Эй, ты слышишь, там бандос! Ты чё с Нубиком нашим сделал? Да! Так вам и надо. Заплатите выкуп 90 тысяч алмазов, и дом ваш. Пока не вернете, мои охранники вас не пропустят. Ты сдурел, что ли? Откуда мы 90, там, сколько это, миллионов тысяч алмазов возьмем? Мы с тобой сейчас сами разберемся, понял? Ты об этом пожалеешь. Нубик, зачем ты Да, конечно. Попробуйте. На тебе, получай, получай. Давайте, поточнее стреляйте, что вы мазилы такие? Нубик, ты чё прям под обстрел пошёл? Слушай, Нубик, ты реально что-то головой не думаешь совсем. Подождите, надо реально подумать план какой-то действий. Давайте. Надо оружие взять и завалить 4 бандитов этих. А тот стоит в середине, смотри, какой здоровый. Не, завалить это слишком просто. Я предлагаю этого главного поймать и в клетку посадить, а потом полицию вообще вызвать, и чтобы это... Его, чтоб они его в тюрьму посадили. Знаете, давайте что сделаем? Да, короче, давай, мы сейчас с вами пойдем домой, возьмем все снаряжение, которое у нас есть, посмотрим, подумаем, что у нас можно из этого придумать, давайте. И потом всеми способами попытаемся прорваться в дом и захватить главного бандита, а потом его посадим за решетку. Постараемся. Вот, погнали, побежали. Давайте, все, надо еды взять. Так. Вот. И да, кстати, а так, давайте... Так, ему надо! Сразу в лабораторию. Нубик, ты беги в лабораторию. Возьми, короче, белый камешек, вот этот, который можно захватить. Помнишь, ты изобрел штуковину? Можно любого, любое существо захватить. Быстро его, да. Кстати, удобная штука, обезвредила. А, точно. Ты только, Нубик, не стучи так сильно, там ты что-то стучишь, прям очень громко слышно. Хорошо. Так. Все, резко. Мы тогда с тобой берем все, сундуки даже заберем, я думаю. Надо построить какое-то маленькое временное убежище. И за этим убежищем мы будем прятаться. А может быть это палаточный лагерь разбить? У нас же палатки были от пикника. Да нет, ты что, палатки это не серьезно, что серьезно. Надо бандитам показать, чтобы они боялись нас. А то что это палатки, что бомжушки какие-то. Нет, палаточный отдых это все круто, но серьезно, надо им показать то, что мы типа крутые, серьезные такие. Сколько штук взять? Одну взять? Да, одной, думаю, хватит, наверное. Так, слушайте, что, бронька, надо Нубику взять броньку, тогда будет тоже. Так, беру автоматы, факела, комплект инструментов, это тоже забираете все. Так, и броньку я тоже возьму. Так, штанцы, ботинки и шлем. Так, а мне возьмёте, я кушать хочу. Тебе все взяла. Возьми все тогда, все, что здесь. Так, несколько ты не взяла? А ну ладно, я сам возьму. А что там, это надо было, да? Ну, комплект для Нубика. А я взяла же уже комплект. Ну, оружие, там, блоки, не знаю, инструменты. Ну, оружие я взяла. Так, хлебушек дайте мне. Все, хлебушек взял. Что, на вертолете поедем? Реально? Да.
Так, Нубик, давай тебе броньку дам сразу. Ну, полетим. Давай. Одевай броньку. Так, тебе оружие. Так, сейчас, секунду. Так, это Фокелан. Инструменты. Смотрите, вам спасибо. Обоим даю по ведру, два ведра с водой. Это так, мы с вами окей. Попробуем лаву затопить, если давай. У нас не получится напрямик пойти. Короче, мы будем поэтапно действовать. Не надо все сразу делать, потому хорошо. Что если мы все способы одновременно используем, то мы потом покажем свою слабость, и они будут думать, что у нас ничего не осталось. Так, все понятно. Вот как-то так. Да. Начнем так, погнали. Крюки у всех есть? Крюки? Есть, да, есть. Все, полетели на вертушке. Так, сундуки я взял, все, построим временную базу, короче, нашу. Эх, прикольную. Нубик, если бы не твой дом, скинули бы на них какие-нибудь там эти сверху там гранаты так, и все. Тут, о, все, отлично. Да. Так, садитесь. А я, подожди, с другой стороны. Все, села. Эх, жалко мой домик, верный земляной. Так, уже, нас нам не главное... Собьют, они? Да нет, мы близко не будем подлетать. Нам главное дом не сломать. Дом не сломать. Еще и хрюню забрали. Он, конечно, из земли дом, его можно легко починить, но, опять же, надо сделать все максимально аккуратненько. Это понятно. Смотри, Нубик, реально просто будка деревянная вместо твоего дома. Я вообще не поняла, думала, что-то прикол какой-то у тебя, а ты по правде сидишь в этой будке. Да, может быть, ты для своей собаки там построил будку. Для а Нубуса. Дом, по-вашему, где тогда? Я не знаю, Нубик, мало ли, что там ты делаешь. Лабораторию изобрел зельку, чтобы все постройки домик, уменьшать. Пиксельный домик себе сделал там, и живешь. Все, ребят, выходите. И себя уменьшил. Все, побежали. Короче, что мы сейчас будем делать? Так, давайте. Так, короче, они в нас стреляют, да? Мы не можем перебежать через эту речку. Смотри, что мы сделаем. Так. Мы построим вот такой мост, и он будет полностью закрыт, короче, да. Сейчас, мы от этих бандосов-то полностью... Опа. Так, если ты... Ай, больно. Пошло. Ух ты, даже через броню пробивает прям сильно. Пошло. Так, да, можете зацепить как-нибудь? Опа. Опачки, ай, больно. Больно, очень больно, прям неприятно. Ай, все, меня сняли, так, офигеть Нубик, можно. Так, давай достраивай, я не взяла это железное блоки. Так, ребят, я здесь уже с вами, опачки. Сейчас, хотя у нас, конечно, вот такая вот прикольная кирка есть, которая телепортирует. Ага. Слушай, Нубик, я думаю, то, что нет, мы сначала попробуем пробраться. Ого, я же говорю, мы все смотри, способы использовать не будем, топят, понимаешь? Да. Капец они, слушай, злые, а. Хорошо. Когда у вас патроны кончатся там? Или нам, Нубик, они все не стреляют, что ли? Стреляет. Отходи, Нубик, идем за укрытие. Вот поэтому давайте сначала построим стенку с той стороны, а потом начнем стрелять в них. По боковым, центрального не трогать, он на десерт у нас пойдет. Его особое наказание ждет. Во, все, ребят, смотрите, защитное сооружение есть у меня. Все, отлично, мы смогли. Опа, смотрите, здесь сделаем вот так вот и будем продвигаться дальше и дальше. Так, опачки, все, не попадает, все. Так. Ну что, готовы? Давайте по этим боковым давай, палить тогда. Готово. Так, нате вам, давайте вот этого бокового справа, короче. Он все время нас стрелял. Ой-ой-ой, полсердечка осталось. Как он именно в меня попадает? В меня попадает. Я же сзади тоже. Стою. Так, восстановка сил. Восстановление, так. Я издалека. Слушай, а я что-то, знаешь... Есть! О, а смотри, броня сильная, вроде хотя на нем ничего такого не надето. Теперь знаете, что сделаем? Что? Нужно продвинуться по левой части и слева возле дерева стенку построить. Так, давайте. Все, есть. Нубик, мы построили. Может продвигаться Продвигаемся. К нам. А потом мы за базой, получается, сделаем. Опа, слушай, он стрельба! Стреляет. Давай леска, я плюс-минус как-то, короче, перекрываюсь. Ой, полсердечка. Тихо, крепись там. Сейчас подпитайся чуть-чуть немного, да, восстановись. Да. Продолжаем вести огонь. Так, сейчас я подсоединюсь. Так, слушай. Вот он дает, вот он сильно бомбанул, так. Так, меня босс пока что не видит, я справа обошел, с правой части по этому полю, по боковому. Все, мы убрали. И ты, босяра, слышь, на, тебе убрали тоже получара второго. Немножечко, чтобы не отдыхал там, не расслаблялся. Так, я продвигаюсь, ребят, туда дальше. Третью стенку возводим, да? Так, смотри, да. Смотри, сколько тут шипов и голод, ничего себя не подготовили. Они тут очень сильно постарались. Так, ребят, все, я построил стену. Нубик, а ты где? Я валю, ты не того валишь, ну ладно. Все равно всех валить. Опа, больно, так отхожу. Все. Так, Леска, еще вот сюда за пригорок отойду. Почему он такой сильный? Так лучше бы с нами двигался. Втроем на одного и быстрее будет намного. Опять полсердечка, как же он так сильно бьет. Так. А меня он, кстати, не замечает отсюда. Нубик, у нас тут последний остался. Ничего себе, все. Ух ты, ничего себе, хэдшот поставил. Есть, все, ребят. А теперь мы не просто поймаем этого бандита, а мы постепенно уничтожим всю защиту, которая у него тут есть. Короче, смотрите, начнем немножечко сломаем иголок. Он даже не заметит. Разольем воду на лаву для того, чтобы мы могли ходить. Отлично. Здесь. Так, сейчас как нам это сделать? Так, а если он спустится? Давайте вот так, сейчас.
Опа, все, вода пошла, смотрите, бац, и убрал воду. Отлично. Все, сейчас поставим и убираем воду. О, вот это подставка. Все, ребят, вот это я понимаю. Так, отлично, отлично. Так, так я еще водички еще разливаю. Опа. Так, здесь тоже разлил с этой стороны, все, у него лава вообще ничего не за... Эй, бандосина, сдавайся! Вы перебили моих охранников, но это не значит, что вы победили. Вы меня не захватите, живым я не сдамся. А где он? Он, да, слез с этого балкона. Вон на балконе стоит. Ай! Так, все, ребят, он вообще беспомощный сейчас, по сути, так, остается. Давайте. Да, у него только надежда на четырех была, и все. Так, есть, аккуратненько. Так, ай-яй-яй! Что такое, шипы меня задели, либо еще что-то, я ничего не понимаю. А здесь что интересно, слушай, здесь ловушка? Так, ну что, так, здесь аккуратнее, здесь лазер, надо отсюда тоже все убрать, короче, так, аккуратно. Вот здесь убираем. Так, он в спину, может, он сюда прям смотрит, прикинь. Быстро подкрыли. Так, стой, Нубик. В доме тоже шипы. Нубик, стой, мы десантироваться будем на вертолете, вот с вертолета десантирую, короче. А, давай, так, сейчас тогда так, куда? А зачем я здесь сломаю, лучше отсюда отойду, так. Обойду. Так, к вертушке идем, да, тогда уже? Да, пойдемте к вертушке, подойдем, попробуем с вертолета, короче, сразу сделать все. Так, он, ну слушай, ты бандосина, видел, ну держись, ну держись. Бандосина. Думает, что те двое еще живые. Так, ребят, вы, короче, подкрепитесь, чтобы у вас все было на 100%, потому что, нормально. Возможно, попадание во время того, как не мы будем вести будет. Воздушные бои сейчас, да. Он думает, что мы сейчас сдались. Так, все, я на позиции. Эй, это я досела за руль. Нет? В смысле, это я? Всё, ты себя со стороны как-то видишь? Да. Ну ладно, так, Нубик, сейчас это. Потом к врачу съездим после этого. Если что-то поплохело, походу. Да, что-то немножко насморк пошел. Так, давайте, сейчас, короче, справа облетаем. Так, мы десантируемся, ты по команде, да, говоришь нам? Да, сейчас я на крышу прям приземлюсь. Так, Нубик, смотри, вы десантируетесь. У кого белая штучка-то? У Нубика. Все, смотрите, спрыгивайте на крышу, Нубик, сразу ее хватай. Все, пошли, ребят. Давайте, все вышли. Я на крыше. Давай, Нубик, успешно, нет? Хватай его. Нет, он с одного удара убивает. С одного удара, ничего себе. Так, я на крыше. Ой-ой-ой, он меня палит, ребят, вертолет сейчас собьют. Нубик, садись в вертушку, дубль 2 будет. Так, ребят, что делать? Надо было мне вот эту белую штуку. Может, вы мне ее скинете с вертушки? Нет, я боюсь, что мы куда-нибудь на землю уроним. Нубик, садись в вертолет, ты где? Сел же. А, да? Все хорошо, мне показалось, что ты побежал куда-то. Короче, знаете, что делаете? Давай, что? Вы с Леской сейчас встанете, даже втроем встанем, я сейчас тоже выйду. Угу. Сначала я забегаю, потом Леска и третий Нуб. То есть сначала будут валить нас, а Нубик потом захватит этого бандоса. Отходи, Нубик, сюда ко мне, ага. Все вышли, да? Я вышла. Да. Или нет, мы тогда вертолет здесь в ловушке оставим. Давайте, Леска, ты действуй. Первая и Нубик второй, короче. Так, давай, я подхожу к нему. Начинаю валить, Нубик! Успел! Есть? Успел? Да. Отлично, все, молодец. Ребята. Все, Нубик, вы дом в безопасности. Так, давайте в вертушку садитесь тогда снова. Снова полетели в сторону нашего дома. Я прямо не взял. Прям возле деревни жителей. Сейчас ему построим ловушку. Ой, этот, я села. Камеру такую. Отлично, да, все. Поздравляю. Капец, мы прям вообще спецназ, четко, да, смотрите? Вообще, прям с вертолета десантировались, и вертолет назад взял. Сели. Все круто команде. Получилось. Сейчас мы ему сделаем заточение. Сейчас чем? Так, Нубик, у тебя вот эта розовая теперь штука, да, стала? Да. Отлично. Все сработало. Давайте где-нибудь в деревне жителей. Вот, ровная площадка вот здесь есть. Чтобы его все видели. Так. Все. Все, давайте все сделаем железное. Давайте тогда. Как? 4. А решетка есть? Да, есть. 4×4 сделаем, наверное. Так, а глубина 4 тоже, да? Нет, один. А, один только? Да, мы же клетку делаем, тюремную. Чтоб он там сидел и не вышел никогда оттуда. Теперь смотрите, вот здесь по краям я столбик такие ставлю. Так. Нубик, ты что делаешь? Что-то он заделывает дырки там. Вот чтоб не здесь. Сбежал, да? Раз, два, три. Короче, смотрите, теперь главное, вам надо будет его очень быстро поставить. Да, сейчас, Нубик, секунду, я это дострою. Быстро поставить и выскочить, и шею закрываем. Сейчас, когда получается один буквально останется... Заборчик поставить, смотрите. Раз, два, три. Так, все, ты готов ставить? Давай. Туда, внутрь прям, давай. Внутрь, ага, давай. Пока. Скажи, как будешь ставить. Угу. Раз, два, закрываемся. Все, получилось. Главный бандюган. Что, бандюган, попался? Уже. Попался. Ну вы хитрые, я в следующий раз выберусь и до вас точно доберусь. Вот ну бас, а. Да, ну бас, конечно. Так, это все круто, а как мы теперь будем дом перетаскивать? Слушай, ну мы еще подумаем. Мы подумаем, может, разберем его. Нам как? Получается, нужно будет на вертолете его как-то перенести.
Так, Нубик, аккуратнее, вы там аккуратнее, не летайте. Так, смотрите, он достает до вас. Подальше. Даже в небо. Вообще агрессивно, он даже сейчас не успокаивается никак. Вообще дикий какой-то, непонятный. Да. Че, Нубик? Ну что? Что это там? Что? Ну как дом-то таскать? Давайте разбирать не вариант, это сколько нам. Какой разбирать? Мы для этого его нетронутым оставили, чтобы ты. Подожди, у тебя в лаборатории. Подожди, у Нубика в лаборатории, у тебя ничего нет такого специального для этого. Так. Пойдемте посмотрим. Короче, ладно, я думаю, что мы это уже последующий раз решим. Друзья, в общем, самое главное то, что сегодня в конечном итоге Нубик вернул себе дом, мы это сделали, ваши действия супер. Круто, слажно, этот дурацкий бандюган теперь находится за решеткой, он теперь оттуда вообще, надеюсь, никогда не выйдет и не вернется, вот. А на связи был Шэдди Мэн, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!